Всем привет! С вами снова канал Училка физкультуры в Эмиратах. И да, мы сейчас в Эмиратах, но в городе Эль-Айн. Но я покажу вам Дубай. Я нашла несколько видео, которые я сделала буквально за несколько месяцев до локдауна. И такого Дубая вы еще не видели. Поставьте лайк, подпишитесь, чтобы не пропускать видео. И начинаем. Поехали в Дубай. Вот мы идем по улочке, чтобы найти наш отель. Только приехали в Дубай, вышли из метро, и люди просто бегут на молитву. Это мы еще снимаем издалека, потому что как-то испугались. После 5 лет жития в Эмиратах я первый раз такое вообще увидела в Дубае. Смотрим, городок похож на наш маленький Эль-Айн. Когда мы подошли поближе, мужчины просто подбегали, бросали коврики и начинали молиться. Просто перекрыли нам все движение. Мы неожиданно так для себя испугались и развернулись и просто пошли в другую сторону. Это было неожиданно. Такого Дубая мы еще не знали. Золотую рамку Дубая вы, возможно, тоже видели. Эта рамка делит город. Вот мы видим новый Дубай с небоскребами. Смотрим, сколько людей было тут в докоронавирусные времена, буквально за месяц. Дальше есть прозрачный пол, по которому страшновато ходить. И мы можем посмотреть на другой стороне, на старый город. Да, эта рамка делит Дубай на новый город и старый. Очень прикольный дост. Упоминать не буду, фантастика еще та. Главное вскочить в первый или в последний вагон на обзорное стекло. Это что-то. Это не фонтаны на Бурдж-Халифа возле Дубай Молл, это Дубай Фестивал Сити Молл. И здесь это шоу с инсталляциями на небоскребах, на воде, намного круче. Просто наслаждайтесь.
But in this building only is one as okay. That sounded like cool. I know it's a good idea. Hello? That's very good, though. They're very important. Don't bring this. Oh, where is the light?
Кто тут сказал? Ну, и сны у ребенка. Вот такой он Дубай, которого вы еще не видели. Когда откроются границы между Абу-Даби и Дубае, вернусь и наснимаю вам много-много контента. А пока наслаждаемся, это музей будущего. Моя подружка прислала мне это видео со своего небоскреба. Точнее, не с ее небоскреба. Она снимает квартиру там, на 40-м этаже. В общем, ставьте лайк, подписывайтесь, чтобы ничего не пропускать. Всего вам доброго, ждем новые видосы.